Видео для тех, кто ждал и просил рецепт копченой скумбрии. Пожалуйста, представляю. Скумбрию мы на ночь просолили солью, слегка пересолив при этом. И пролежала она у нас ночью в пакетике в холодильнике. Теперь для того, чтобы просохла она перед копчением, муж повесил это все на балкон, обязательно обвязав ее при этом веревкой. Провисит она там час или два, и потом отправится вот в такую импровизированную коптильню. Газовый баллон, сверху стоит вот такое вот ведро. Процесс продолжается. Подготавливаем коптильню. На дно выложили вот такую щепу, она слегка смочена водой. Затем вот такое вот незатейливое приспособление. Сверху фольга. Затем непосредственно сам продукт. Накрываем крышкой. До появления первого дыма на большом огне, затем уменьшаем и 30 минут ждем. Прошло полчаса, и шедевральная скумбрия горячего копчения готова. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!